Доброе утро, офицер. Доброе, мэм. Знаете причину остановки? Я ехала быстро. Знак 60. 60 на такой машине? Это преступление. Ваши права и документы на машину. Вы меня пробьете, и начнется вот это вот все. Может, я скажу «простите» и поеду? Права и документы, пожалуйста. Только обещайте не сходить с ума. Обещаю. Без формы он явно выглядит еще лучше. Что он найдет о вас в базе? Белого кита. Сэр, я только что остановил лихачку. Клэр Айви. Официально она не в розыске, но подозревается в десятке многомиллионных краж в течение 20 лет отсюда и до Гонконга. Что мне делать? Оштрафуй и дай понять, что мы будем следить за ней. Убеди ее покинуть город как можно скорее. Сейчас он скажет мне поскорее покинуть город. Подозрение в 40 кражах, ни одного ареста. Впечатляет. Что привело вас в Лос-Анджелес?